Дождь покапал и прошел. Снова из Москвы. Ну, рассказывай, Дин, как, на что это было похоже? Это было похоже на сильный-сильный ливень. И немножечко даже такой ураган. Но дождь очень красивый. Главное, что дождь, линии были косые. Как будто ощущение, что тебя просто сейчас снесет, как из ожимной страны Оз, Эль. Да. А сразу после дождя появилась вот такая шикарная радуга. Да, да, да. Нас с согласны, да? Мне тоже дождик понравился. Сразу стала яркая солнечная погода, сейчас все высохнет. А рядом мы обнаружили вот такой вот фигвам. В котором можно жить. Да, поставлен. Проснулась наша Лиза, проснулась. Ну чего там у нас? Те-те-те-те-те. Соску тебе дать, да? Ну давай, держи. Опа. И все. Вся проблема решена. Нет, не решена проблема. Не решена? Нет. Ну ладно, сейчас будем решать проблему. Вот такой вот фиг вам. Там уже раньше шли индейцы. Да. Пока-пока. Счастливо.